Друзья, всем привет! Я думаю, многие из вас уже в курсе того, что YouTube сегодня находится на грани блокировки в России. Поэтому, чтобы не потеряться, прошу вас установить себе VPN, в котором вы уверены. И обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, в котором я всегда выкладываю анонсы о новых видео. Если вдруг с YouTube будет совсем беда, вы, соответственно, узнаете первыми, где продолжать смотреть нарезки любимых стримеров. Также параллельно с YouTube я начинаю загружать ролики в свой паблик ВКонтакте. Все ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь и будем надеяться, что YouTube все блокировки обойдут стороной. А теперь приятного вам просмотра. Have pussy, but if you don't have pussy, I wanna lick your puppy. Okay, сильный English. Okay. Договорились слово. I like to lick animals. Ебать, что за магазин нахуй не худячий. Как у нас Apple это вот интересно, они тоже один столик стоит. MacBook. Да, у нас Apple, ты понял, в торговом центре где-то такой маленький островочек, блядь, посмотри нахуй. Пол торгового центра. Ёбаный сыр, блядь. Hello. We need mask. Bro, we need to take it... We need to take it downstairs, right? No, I will go to the one. Oh, thank you. Thanks so much. Thank you. Huh? Huh? Что? Ничего. А, понял. Ду-д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 у-ба! Guys, follow Sully Instagram, bro. Nice. Отправьте чат Instagram Султана. Что? Русский. I say moderator send Instagram of Sultan, please. Okay, cool. Amazing. Dubai. Bro, I think you most popular person in Russia now. Really? Yeah. No, impossible. Yeah, bro. You most popular. I hope. Пацаны, like подпишитесь it. На него. Вообще респект, пиздец. Не знаю, как вас благодарить даже, потому что у меня по сути, можно сказать, нечего его благодарить, ну просто thank you. А, close, no, yeah, no, no, not, not recording, bro. What are you doing? It's a live streaming. Oh, sorry. Do-do-do-do-do-do-do-boy! Do-do-do-do-do-do-boy! What's up? What they say? What, who say? What your subscribers say? My subscribers say it, that you do-do-do-do-do-do-boy! Cool, I say cool. That I don't understand how I can appreciate you, bro. No, for please, my subscribers, no, you do a lot of for us. You understand no, it? No, no, really, please. Bro, really. No, you do a lot of for us. No, I want to suck your dick. How? No, no. Just answer. I how suck I can? Dick. No, bro. I am neat. No, I need. I am neat. Sorry, to no, suck your I dick. Need to suck your no, dick. I'm neat. You suck. No, your I need to suck your no, dick. No, please. No, please. I want a chance, bro. No, I need. Fuck. Okay. А, уборную? Да, хорошо. Давай, малыш, я думаю, спроси просто. Hello! Hello, guys! Это yes, это его фирменная коробочка, я бы сказал. Они деревья посадили просто в магазине. Ебать, попочки смачные, капут. Брат, сколько стоит? Да, он очень дорогой. 20 тысяч дирхам, охуеешь? Копейки. Это Моник. Всего лишь за монитор. Это Моник. В смысле Моник? Это не комп, это монитор. Монитор за 20, за 2 миллиона рублей? Да. Алло! Ребят, ты кому монитор за 2 миллиона рублей? В Телеграме разыгрывают. 500 тысяч. Да я не разбираюсь. Нет, это не может быть 500 тысяч, брат. 300 тысяч это 8 тысяч. 300 тысяч это 9 тысяч дирхам. 600 тысяч рублей. Согласен, ладно, иди на. Сколько стоит, он полляма? А вот это тогда сколько стоит вообще? Слава, ну купи. Это мусорка чисто. А, это реально просто мусорное ядро? Да. Это мусорка. Вот это. Типа открывается, засовываешь, так ничего не вместится сюда. Как открыть? А я вот это бумаги. О, сюда. Это бумаги. Пакет от Apple? Да, так. Чехол для телефона. А, это чемодан. Че, брать такое мне себе, как думаешь? Вот так, в смысле, брат? Если нет, не за подожди. Деньги. Просто монитор? Да. Давай договоримся по бартеру. Не, ну подожди, вот этот, именно вот этот, 6 тысяч стоит. No. Почему нет? No, bro. This one. I think this one. And this one. Из 60 тысяч, а вот блядь. Это хуйня, что это такое? Это новый. Поменьше. Это вон еще... сзади он стоит, брат. Нет, его нет. Еще нету, пацаны. Ну что ж, он только вышел. Короче, почему ты думаешь, что уже короче, выйдет сейчас от Apple, слышишь, маленький комп вот такой. Он называется Mac Studio.
маленький, как что? Тут даже написано студия дисплея, так это. Это к нему типа идет, понял? Мини-монитор. Ну и 27 дюймов мини-монитор. Подожди, но это не 27. 32 это вот это. 27 вон сзади стоит, нет? Ну купи. Ну что? Купи, Слав. Ну ладно. А, это порно, да? Да, да. Не, это макета. О, это. А, макета. А что за хуйня? Ебать, тут игры есть. Ебать, кстати, нормальный FPS. Нет, смотри, брат. Тут кто-то играл. Надо качку доиграть. А что это? А, блять, откуда? Не знаю. Погоди, это же. Я по гриму тут. Похоже на Зельду, наверное? Да, похоже на Зельду. Но это, походу, какая-то такая... Я тебя пизжу. Блядь, не трогай, тварь. Hello, guys. Ду-ду-ду-ду-ду. Чё, стрим не лагал, брат? Один раз залагал, пока сюда подъехали. Ты хочешь реально маг взять? Блядь, не, они оверпрайс, брат, пиздец. Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Ты на какой-то там компьютер. Не, без рохов, брат, для стриминга. Крит еблан, иди нахуй, я вот прочитал. Для стриминга, для игр. Ты, ну, из всех сообщений. Из всех сообщений, я нашел. Там миллион сообщений, ощущение, как будто, типа, это я его пальцем зажал, вот так наверх искал. Ладно, пойдем об этом. Еще и ник заполнил. Нужны компьютеры, брат. Чел пишет контрабанда. Про Apple, понял, типа. Поехали? Let's go. Надо Катюху дождаться. Просто понял, приехали, посмотрели на технику дорогую и домой, блядь. Я рот ебал таких цен, блядь, в Маке. Ну, я просто, я честно говорю, я не фанат компьютеров, маков вот этих. Как по мне, нормальная винда, типа, гораздо пиздачи. Да нет, ну, ага, блядь. Не, есть, конечно, такие типы, которые... ПО мне больше нравится. Windows кидают. Но если только вот винду ставить. Это прогеры. Они, короче, берут Мак, потому что он мощный, и винду на него ставят. Не знаю, для меня Макс ассоциировался, типа, для музыки и для монтажа заебись. Остальное, типа, просто какое-то мажорство, почти бля, пафос ебаный. Почти все эти айтишники на Мак. Не знаю, с чем это связано. Ду-ду-ду-ду! А ты на Маке, брат? Я да. Ну ты да, а ты? Я вообще нет. Минус Катя. А, бля, Катя, куда она пошла, интересно? Бро, Сули, where is the toilet there? Toilet is this way. Bro, this way. Wait. This and this? This way. Окей, thank you, bro, for advice. No, here, this way, look. А, вот здесь она, значит. 50 тысяч онлайн, и я сниму, как Егор какает. Давай. И потом съем это. Пошли пока. О, бургеры. Бля, ох, что эти дорогие магазины, на. Я вчера купил уже все шорты, блядь. Тут? А, спроси, да. Что за фирма, Маша? Что это за фирма, ребят? Две буквы Е просто. Это буква Е? Скажи, за сколько ты купил. И скажи историю вообще, как ты купил. История смешнее. Короче, я хотел себе шорты пиздатые какие-то. Типа уже все, пришел, решил раскошелиться. Там лежали все шорты. Знаешь, что за фигма? Е-е-е-еблан. Е-е-е-еблан. Понял, я решил, короче, раскошелиться там туда-сюда. И вроде померил эти шорты, они стоили косарь. Подхожу на кассу, они 2 косаря стоят. Дирхам. 2000 дирхам. Сколько 2000 дирхам? 80 тысяч рублей? 50 тысяч. 50 тысяч? Да. Реально? А, нет, 60. Блядь, пиздец, нахуй. Шорты. Короче, за 60 тысяч купил. Одна дирхама это 30-35 рублей. Вот так. 73 тысячи, брат, пишет. Поэтому, мне кажется, эти шорты называются Е-е-е-е-е-е-еблан. Я так и не увидел название фирмы. Ну, никто не знает, что это за фирма, брат. У кого? Сколько дурды? Пишет, это Бугатти. Малыш, посмотри, что у меня за фирма. На попе. Ой, да, естественно. Эрик ебанутте. Эрик какой-то. Эрик ебантяй, короче. Эммануэль. Окей. Я что-то зашел, подумал, что я нищий вышел. Мне кажется, понял, то есть я в такой магазин даже не могу зайти в Дубае. Потому что я захожу и, ну, типа, скайбокс врезаюсь. Он слишком дорогой для меня. Я, знаешь, там не хватает денег, такой баланс над головой. Я тоже пойду подписываю. Эрик Карусель, короче, ебать. Пока. Эрик Эммануэль. А это сколько стоит в России, скажите? Сколько такие шорты в России стоят, Эрик Эммануэль? Это Эрик Эммануэль? Да, какой-то Эрик Эммануэль. Ты знаешь, что это?
А цены там нет на жопе. Ну, есть только на моей жопе есть цена, а на шортах нет. Я думаю, так же. Ну, конвертируешь в русский, так стоит. Ну, реселлеры, может, у тебя еще десяточку. Рублей 100 пишут. Блять, обидно нахуй. Меня сейчас заскамили. Можно воды взять. Получается, я ебла. Такой, знаешь, премиальный бренд Еблан. Нормально, мне кажется, зайдет. Да. Я бы носил. Я бы даже татуировку набил. Красиво писать, можно, чтобы непонятно было, что Еблан. Все, что видит, то бьет сразу. Ну, да. Все, вошел в азарт. Он уже бейсболом начал заниматься, он как прилетел. Я уже, футболку. Меня ребят в команду взяли сразу, как я прилетел. Смотрите, футболку выдали. Всего лишь за 700. Интернет. Ну да, упали. Сказали, Саня сказал, надо переключиться на 4G. Да, да, я вчера так сделал. Приколись, тут 5G есть. Вот гигабайт скорости симки дает. У меня дома столько нет, приколись, здесь скорость гигабайт. Ты ебанулся нахуй. Это как Вадя сегодня стримил и за стрим раз 200 сказал, ну, чтобы вы понимали. Там в чат уже пишет, чтобы вы понимали, 192. О, кстати, мы можем здесь просто оставить стрим и пойти его брать. И типа кто-то заберет. Да, это как, любой это телефон. Как у Дмитрия Солдатова стрим, знаешь. Это мы сейчас на Дубровке, ребята, если что. Это... Метро Дубровка. Я просто оставляю здесь и все. Second hand. Так если реально так оставить украдут, на год? Или нет? Не украдут, я думаю. Не, уберут охранники, понял, в этот, типа пропащие вещи, блядь. Пропащие. Пропащие вещи, блядь. Пойдем? Let's go, guys, убежим. А, Костя, точно. Я думал, вышел. А, Костя здесь точно, блядь. Блядь, они вчера, знаешь, как прятались от меня, это пиздец. Кто? Чат, кто был вчера на РЛ ночном? Они так прятались. А ты вчера ночью стримил, когда уснул? Да. А, реально? У меня вчера пиздец был на стриме вообще. Я 6 раз перезапускал. Так я поэтому и сказал, тебе надо компы брать, потому что у меня пиздец был. Мне Синчел написал. Я до 7 утра, чат, чтобы вы понимали, пытался все переустановить, сносил винду и нихуя не работает. А мне, знаете, я короче, договорился с челом через Эрика Шокова, он у него делал обзор на компьютеры, Эрик Шоков, на его компьютерный клуб. И мы вроде как договорились взять... Я же тебе сказал про него. А, да, ты точно я ты. Я тебе про него сказал. Я говорю, Слав, есть чувак здесь, у него свой компьютерный клуб, типа, давай у него в аренду компы возьмем, так же будет, ну, блядь, лучше. Не факт, что мы здесь надолго задержимся, ну, короче. И все, и чел вроде нам пообещал, и Слава сегодня говорит, ебать, там по 5000 дирхам за месяц, да? 4400. За месяц, да, выходит? Да, просто за аренду компьютера за месяц. Причем там, на своем ПО и еще... Причем там будет его часы, ПО, понял, и он будет считать часы. Если часы кончатся, ты 20 дирхам за час плачешь. Нам ниже надо. First floor, right, брат? Брат, блядь. Right, брат. Где Жожа? Я не знаю. Не корона, бро? Не знаю. У меня? Да не, у нас в целом. Хуй узнает, так тяжело сказать. Реально тяжело. Вот я без рофлов заметил, что я в Дубае уже схуднул, и я прям дальше продолжаю так ебашить. Ага. Ну, в смысле, не спортом, спортом я не занимаюсь. Просто правильно питаемся. Ну, послушай, да, Жожа. Я не выйду. Про что? Про срывы. Че ты молчишь? Не, один срыв был, но у Егора точно не был. Так что у нас 1-1. Ну, вчера конфеток наел. Да тебе вообще похуй, у тебя живот не растет. Я знаю, что дома. А. Я себе возьму... Ого. А что это за хуйта? Какая, брат? Вот это. Кстати, его хуйта. Вот так вообще, кстати, его, да. Ух ты, блядь, не снимай член. Это грипп. Это грипп. Надеюсь, у нас не грипп. Бля. Пусть лучше у нас будет грибок. Грибок стопы. Грибок хуя. По-моему, Дубай Молл стал уже как авиапарк для парней. Да, учитывая, что это не Дубай Молл. Это не Дубай Молл, молодец. По сравнению с Дубай Моллом, это однокомнатная квартира, а Дубай Молл, блядь. Нет, все тоже большое, нет? Ну я, честно, тоже не разбираюсь нихуя. Все. Кать, лучше в больших разбираться. Не надо ей разбираться, блядь, больших. Пусть маленьких моих роется. Нормально у меня пенса. Да? Нет, реально. Что так близко? Катя, а ты была какая-нибудь полненькой? Да. Да? Что была? Полненькой. Да. Слышь? Что? Ну когда-то я просто подтвердил. Ты же сама сказала, я поддержал. Нет. Что? Видимо, да. Нет, нет. Я думаю, что
Ну, я честно, неважно, какой человек, понимаете, это дело человека. Главное, чтобы с ним было комфортно общаться туда-сюда. Ну и сиськи были большие. Не-не, попка решает, пиздец. А? Попка или сиськи? Попка. Попка или сиськи? Попка. Сань. Попка или сиськи? Очко. Жопа. А, все понял. Очко. То есть ему понял, ему конкретно не булочки интересуют, а именно сама дырка. Ну, шоколадница, которая. Кость. Попка или сиськи? Поппи. Поппи? Щенок? Неплохо, блин. Спрашиваю, блядь, у пацана жопа или сиськи, он, блядь, щенка выбирает. Ебать, магазин этого Ватсона, понял? Который этого ищет. Который Шерлок Холмса шестерка? Да. Смотрите, ребят, шестерка Шерлока Холмса подрабатывает на стороне. Причем их много, судя по окончанию. Блядь, что-то всякой хуйни прикольно продают. У Султана спроси. А Султан уже отвечал, можно еще раз спросить. Bro, followers ask you, butt or tits? Huh? Butt, of course. Butt, of course. Of course, butt. Of course, no problem. You about beer? Huh? You about beer? Beer? Да. Yes, точнее. What's about beer? What do you mean? You don't know butt beer? Butt beer? Yeah. No. Okay. Блядь, это вроде же европейский пиво. What is butt beer? Что-то типа немецкое какого-то, скорее всего. Там идем. Может, неправильно, может, как-то по-другому называют? Не, вроде так. Ты рассказывал историю про свои шорты? Да. Уже рассказывал? Да. Блять, это пиздец. Ты сказал, да, что ты на кассе только узнал, сколько они стоят? Да. Ну, я думал, там недорогие, типа, но они такие тканевые, блядь. Это знаешь, какой бренд, слышь, брат? Какой-то Эрик Эммануэль. Ты знаешь, кто это? Нет. Ну, так называй меня просто Еблан. Хотя буду называть Эрик Эммануэль. Еблан. Ебот! Ебот! Сука! Бестер! Зачем? Они зашли в магаз. Какой? Понюхай. Понюхать? А, ух ты, ебать, вот ты как? Ты пердёшь? Ну, блядь. Да, это мой. Ух ты, блядь. Вкусно? Давай еще. Бабе. Дай еще нюхнуть. О, блядь. Не зашли в бершку. Amazing. А что это? Духи, Слав. Бершку прицените. Да. Вкусно? Бершку? Че, братик, в бершке был? А че, бершку закрыли, теперь рарная хуйня, понял? Бершка теперь самая рарная тема, понял? Это лимитка лютая. На мне рарный айтем от бершки. Нам не рарный айтем пуломбир. Блядь, а что такое пуломбир, блядь? Это типа бассейн с пивасом. На себя и медведь? А, я думал, это с бассейн с пивасом. Пул, это же на себя, правильно? А, ну да, наверное. На себя медведь. Типа ты берешь типа, на себя нет, медведя. Типа медведь на себя кончает. А это велик, как будто бьем компьютер. Слышь? Ага, ай, брат. Еще одно слово, нахуй, я выпущу своего покемона. No, no, бро. Чувак. Не надо, дядь, пожалуйста, я прошу, не делай этого. Вот еще рарочка. Лего тоже все. А, Лего тоже все? Бля, да тут все рарочка, походу, я не знаю. Ну что, пойдем делать самую ценную покупку, бля, в Дубае. Рассказывай, что мы хотим взять. Знаем, вы хотите компьютер взять. А? Богатей. Короче. Бастер. What, bro? А, бастер. I need this one, bro. Бля, вот мне тоже нужно. Их два таких. This one. I don't know really, brother. I need to consultate with someone. Hello? Yeah, hello, bro. You remember me? Hello again, bro. We need to buy a computer. Computer? Yes, this one. I can show you. Сейчас, пацаны, я отдам сейчас камеру Султану. Вот. Я вообще думал насчет такого чисто. Типа потому, что он компактный? Компактный? Ну, он не такой уж и компактный, на самом деле. Ну, нет, в чемодан зато спокойно поместится. Бля, мне просто кажется, почему, что он греться будет, понял? Он слабый, как бы. Не, он не слабый, брат, он хороший. Греться будет? То, что он будет в Греции, понял? Ты завтра поставишь здесь, а он ну, завтра в Греции уже будет. Он уже в Инстаграм заведет, бля, и будет фотки с Греции постить. Ничего не происходит. Он уже нагретый, хуйня. Может, это плита, понял, чтобы яичницу жарить? Не, он не греется, не греется. Ну как не греется? Не, нормально, реально. У тебя рука горячая просто. Думаешь?
Камеру Султану. Дайте Султану камеру. Сейчас, Адам, сейчас мы купим компьютер и отдадим. Когда стрим закончится, ты... Не, в смысле, мы же домой еще поедем. Сейчас дальше, все, ничего нет. Вот еще какой-то. Где? Да. О. Вот у меня такой. It's a beautiful, bro. О, вот это даже дешевле на косарь. И винда есть. Он пиздец нагретый. И, но... Потрогай. Реально? Не, это корпус. Не, брат, это корпус ебучий. Это корпус. Другой корпус. У меня, кстати, такой корпус, он не греет. Пацаны, можете сейчас быстро посчитать на рубли? 7,990, это сколько? И в тенге сколько это? Ну вот, блядь. Объясни, какой, вот, объясни, какая была наша мотивация брать у этого тысяч, чела компьютер за 4400 дирхам на 3 месяца, если этот... А, вот, на 3 вот, месяца? Да, вот, такой же, вот такой же сетап, брат. Я думал на 1 месяц. Брат, вот такой же сетап, один в один. Прям проще купить, да? Ну конечно, нахуй. Сколько? 230 тысяч? Да. Вот этот? Вот да. Этот 230 тысяч. Так это хуйня, нет? Для компа. Схуяли, брат. А, по цене? Да. Да. Это дешевле, чем... Но мне стоит. Только не нравится вот это. Почему 3-5 days, working days? Типа он 3,5 дня работает, блядь. И дальше ломается, нахуй, или да, что? Да, это сломанный. What's the best PC you have now in store? Best писки. But not in a high price. Yeah. And RTX 3060 is very fast. Yeah, yeah. At 8,000 RON, RTX 3060, i7 12 700. Which one now you have in stock? In stock is the best one. RTX 3090 from MSI. It's and the best one. It's the best one. Do you have in stock this one? This model it will take at least 5 working days. Ah, I would end this model. Ебать, нахуй, 3-5 дней ком ждать. Вот ты фак, блядь. This one, the small one? No, no. Alienware. That one is... That one is... Is it nice computer? Yeah. This one is... Hello. That's one of the most high-end last year. RTX 2080. Super. Bro, this one in stock now? Jerry, RTX 3060, we have it one piece ready. And that one is bullshit, yes? One piece. Right now, what we have are RTX 3070. Look at this place. I watch site of version, you know, and see this one in stock right now. Блядь, где нахуй экран? А, вот. Вот this one. In stock right now? Yes, we have that in stock. I can pay money and you can give me this computer right now. Yes. Amazing, amazing. I like it, bro. Those are... У них таких 3-4, он говорит, сколько хочешь таких. It's okay. Have but you got but that one is 20 pieces good, of this. It's a 16 GB. Сейчас открыть свой клуб. You have to upgrade this. Блять, 16 гигабайт, нахуй. Это достаточно, брат. Для чего, блядь? Для того, чтобы... Для того, чтобы зайти в браузер, нахуй. Не. Я даже стейк не смогу отстримить, блядь. Не, брат, 16 нормально. У меня слоты лагать, блядь. Просто на слотах 2 FPS будет, брат. Тут DDR5, братан, 4000 скорость, это дохуя. ADR, блядь? DDR5. Это Дмитрий. Пацаны, это дурак, хуйня, блядь. Комп или нет? Ну вот, я сколько FPS будет норм, в CS-ке? Это норм, брат, это дохуя вообще. Так, ты что, ебанулся? У тебя 800 FPS будет, это, блядь, ебанутый. Брат, у меня дома самый ёбнутый комп, самый мощный, который может быть сейчас вообще, брат, в мире. Брат, проблема в настройке. У меня разогнанный комп, у меня... Типа 700 FPS, блядь. Брат, я тебе честно скажу, если ты не будешь играть 4К киберпанк, то тебе никакая видюха, кроме вот этой, больше этой не нужна вообще. Нормас, хуйня пишет. Конечно, нормас, все пишут норм. Пишет хуйня. Брат, это ебанутый компьютер вообще, нахуй. Но мне нравится, не нужен. Это просто слив бабок, но, нахуй. Пиздец, он, конечно, тяжелый. Да хуй с меня, я его вот ебал. Я бы еще вот это врезал так бензопилой, нахуй, лишний. Это странная хуйня вообще, непонятно. Знаешь, чтобы ты провода в стену не разъебал. Просто не хочу я MSI брать. Брат, 3060 это 1080 Ti. Это до сих пор люди стримят на этих видюхах, это разъеб вообще. 3060 это 1080 Ti? Вот, 3060 это 1080 Ti. А, залупа получается. Какая залупа, ты ебанулся, это вообще разъебище. У меня 3090 Ti последний. Брат, это значит, ты не настроил, это разъеб, а? Вообще нахуй. Давай я тебе свой комп отдам. Какой? У меня пиздец мощный. В Москве? Нет, здесь с собой. У меня 3080. В смысле, какой у тебя комп здесь? Ноут. А, нет, ноут нахуй идет. Ноут, я ебал в рот, на ноутах играть, это пиздец. Короче, this one in stock? Which one is the best? Actually, if you want to compare, this is the best setup. 32 GB.
with an extra 2 terabyte hard drive. But bro, this 16 GB, ой, блин, 16 GB, but DDR5, you know? Yes, yes. This one 32 GB, but DDR4. Yes, this is more than enough for gaming though. Yeah, and this one too, 16 GB in DDR5, it's amazing speed. That, but difficult to upgrade, because 16 GB later on at 4000 DDR5 RAM is very difficult to find in the market. Так, нас наебывают, вон его. DDR5 RAM at 4400 is a very, right now, it's very difficult. Он говорит, очень сложно апгрейднуть тот ком. And you upgrade later on. Он про маму сказал. Не знаю, он про твою что-то нагнал, блядь. Я бы не стал терпеть, честно. It's remove everything if you want to upgrade. And then plug a full 32 of the same speed that the one you bought. Yeah, but what's the problem to upgrade? No problem. Just a комплектующий, понял? Just the specs. It's hard to take specs of DDR5. DDR5. Memory. It's hard to find in Dubai, right? In all over. Even the... Because it's new? It's very new. Okay, we have time, bro. We have time. I think this variant is amazing, bro. But what about temperature? Is it? We don't have any bad reviews so far. Плохих отзывов не было, брат. Не, я хочу вот этот брать, я дороже не готов компьютер покупать, это пиздос. Выглядит как полное говно, если честно. Пиздец. Реально? Да, выглядит как огромное яйцо просто. They have got USB 3.0. USB-C вот так 2. А, yes, yes, okay. Ну хоть USB-C есть. НЛО, это какой-то инопланетный объект. Смотри, инопланетяне реально. Так вот же. Да, так это с другой планеты привозят. Нет! Ну, честно, мне Alienware нравится больше, чем MSI визуально, нет? У тебя тем более уже есть плохой опыт с MSI. Да, у меня плохой опыт с MSI. Слишком много плюшек своих каких-то. Бля, я не знаю, ну как по мне, вот это очень достойный вариант. Ну возьми, затестим. Ну да, я возьму. Бля, ну мне надо монитор взять по-любому. Мне тоже, они здесь не так дорого стоят. Здесь вообще в целом не так Давай дорого. Давай монитор посмотрим. Сколько вот такой сетап, ребят, в Москве бы стоил? Вот такой вот. Мне кажется, это пиздец разъебище. Два брать сразу? Тут жидкое охлаждение, дядь. Оно на 3060, это же говно карта. Да, это полная хуйня. Да хули вы такие? У меня на 3060 карта. У меня 1060. У нее 1060. Ну это хуйта полная. Я купился... У меня на 3060 она ебет. Вы охуели? У меня 38 супер гейминг. И он стоит дешевле, чем это. Реально? Да. Ну ты когда брал комп? Неважно. Бля, что-то нас наебывают, брат. Тут еще винда 11-я, блядь. Так это 11-я винда, это заебись, нет? Пацаны, в таких магазинах, это как в видео, прийти собранный комп купить. Ну понятное дело. Ну поэтому либо покупать... Я думаю, честно, 3060 это разъеб вообще. Да вы, блядь, вы охуели? Это реально пиздатая видюха. Да бери. Мне кажется, хватит для съема. Конечно, блядь. Только вот эту клаву надо. Я какую-нибудь новую клаву возьму, которая в России нет. Какую-нибудь вообще совершенно другую. Ну тут мягко. Вармилочку. А на 3060 есть NVENC, чтобы стримить через OBS? Нет. Пиздишь. На 3060 не работают игры даже. Ты что, ебанат? И GTA. Блядь, не надо. Да он в компьютере даже не знает, как... Да понятное дело, ты... Ну все, берем тогда, что думать. На 11-й винда это нормально вообще? Нет, десятку надо. Там же вон Windows 10. Нет, 10-11 уже на этом, брат. Это новый компьютер, судя по всему. Не, реально, что такое 11 винда? Что берете в итоге? Мы берем вот этот компьютер. Ну, ты всегда можешь 10-й поставить Windows. Ну я тоже так думаю. А новое. А говорят, охуенное. Да, вот этот. Крутой. Да, он охуенный. Я его тебе отдам. Реально? Да. Мы постримим здесь, потом я тебе его отдам. Это мой подарок тебе, малыш, на 8 марта. Помимо тех замечательных цветов, ты мое счастье главное. Спасибо. Ты правда мне? Да не, наебал. Дорог до хуя стоит, охуел тебе, блядь. Обратно сдадим и все по чеку. Ты, блядь, губу раскатал нас. Ну че, брат? Сейчас вот это продолжаем. Тебе, конечно, малыш, ты что, мало ли подумаешь. Какие-то эмоциональные качели после слов. Да не, я угораю. It's just a joke, you know, I'm an English joker. А это говнище? Ну он тот еще есть. Инсток 3-5 дней, брат. 3-5 дней нужно ждать, working days, рабочих. У нас нет этих 3-5 дней, понимаешь? Тут моники вот по 1000 типа. Да, моники 240 Гц, 1000 дирхам. 1000 дирхам это сколько? 30 тысяч.
А. Реально? Да. Бля. Ну ладно, тогда не найдешь. Этот красиво выглядит. Вот этот самый жесткий. Excuse me, bro. What does it mean, display? Типа он в нем экран прямо внутри? Yeah, that's the actual one right now. Ready for. Ready for. Yeah. Okay. This one also is displayed. Ready for take-up. Ну вот это вообще разъеб. Это лучше? Это пиздец. Здесь видюха 37. Не в долларах, не дирхамов, а в шортах своих. Типа это 4 пара шорт. Ну да. Я хочу себе вот такое кресло розовое. Ты хоть будешь кресло брать? Нет. Да нет, все, ну, пацаны, давайте комп возьмем уже. Бро, yes, what you think? Which computer is better? This one or Alienware? They have different advantage. This one have 3020, блядь. Как, how it's, как это, блядь, по-английски? 3070? 3070. Yeah, you can check them in, bro. I will show you. Это? MZXT, блядь. Это компьютер, брат, это корпус. This one is a very small case. Dual fan only. NZXTs have... It's a case box, yes. Yeah, but this one is one of the best cases. This one? Triple fans. And but then you have like that. You have. You have like that? No, yeah, we have it like that. It's stock. I'll show you. Can we это торговаться? Торговец, блядь, как... Сули, сули... Вот, смотри, вот так вот он выглядит. Это красиво, это очень красиво. Да, это такое же, похоже. Блядь, как торговаться будет? Бро, ну хотя это... Тут торгуются в магазинах? Нет. Нет? Блядь. Can you show skincare. Me this one? This way. You have sale on it. Give us discount. Maximum they are giving is around 150 on it. Very small amount. Ебать. 150 на 1050 дирхам скинут? Не, на 150 дирхам. На 150? Ну тоже нихуйно, блядь. Я не представляю, что можно прийти в видео и сказать, я беру ваш iPhone за 20 тысяч рублей. Нет, дадут. Нет. Тот был пизже, если честно. This have the standard motherboard size. Какая-то видюха. Что это? Это Game Rock, бро. Это collaboration. It's amazing. The bottom also, it has... Oh my god, it's amazing. It's so beautiful. It's better than that one? That's the advantage of this. Comparing to the Alienware models, these are customized with a lot of RGB and triple fan setups. You bought it? For the graphics card. Yes. Triple fan, dual fans for the all-in-one cooling. А тебе комп, блядь, не могут по бартеру прислать? Ты почему об этом не подумал? Нет, брат. Мы уже нашли здесь чела, который, блядь, хочет нам за 4500 дирхам. Нет, из Москвы просто чел, который... Брат, сейчас я не думаю, что это лучшее время. Все равно мне Кате нужен компьютер. Я ей просто отдам его и все. Это вот кнопки ставят. Хорошая клава. Просто кнопки разные, блядь, перевернутые нахуй. Тут дырка, блядь, едут. Нет, просто пиздят клавиатуры, эти клавиши, я понял. Они бесплатные, брат. Во всех клавишах спижены эти два клавиатуры. Блядь, здесь один USB-C только. Only one USB-C? Да. Оу, shit. Но it's not too much, bro. Не, брат, not Type-C. Type-C, it's not USB-C. You need USB 3.0. 3.0, there's a lot of it. Вот, брат, тебе нужно 3.0. Это самое главное. Ты камлинк его включаешь, все. USB-C. Я говорю про USB-C. А нахуй тебе вообще нужно? Я его ни разу не использовал. Реально? Вообще да. Ни разу в жизни. USB-C это для панторезов, блядь. Это почему она, блядь? Это ковер, ебать. Чтобы, короче, отсюда вентилируют, и здесь капливается грязь, ты вот так оп, промыл и обратно в сумму. Это такая же? Не, на другом компе такая была. Она реально помогает. Скапливается грязь, хуяк выкинул. Это вообще залупа ебаная. Ты понял, как ситится, блядь, чтобы, да, чтобы макароны, дуршлаг, блядь. Да-да-да. Тот корпус побитый. Базар, да. Ну, он понял, он такой ненагруженный, мне больше нравится. В нем, в этом компе. Ну что, наверное, блядь, пойдись хуйню сделай. Я не понимаю, какой лучше, блядь. Смотри, этот стоит 9000, но у него 3060 и 16 гигабайт оперативки. А этот стоит на 2000 дирхам больше, но у него, блядь, 3070 уже и 32 гигабайта оперативки и 2 гигабайта жесткого диска. Если бы шарил в компах, я бы тебе помог. Я знаю, брат. Ты очень хорош. Второй. Белый пишут, бери. Вот этот, да? Ну окей, я такая это возьму. 11 тысяч дирхам. Посчитайте в рублях, пожалуйста. Вам 3060 хватит, пишут. Да понятное дело, что мне 3060 хватит. Я вообще, я-то понимаю, как работают видюхи. Нам 3060 за глаза. Вопрос, есть ли смысл переплачивать за оперативку? Здесь 32 гигабайта. Оперативка сильно влияет? 334 тысячи, брат. 334 тысячи это 11... Оперативка на быстродействие влияет больше. Но там DDR5, брат. Ее можно докупить просто и вставить, если честно. Они пиздят, что это сложно найти.
Под материнку найти куда, да? DDR5 сейчас пишут, пока useless. 3200 скорость хуйня пишут. Ну, есть вариант такого. Здесь 3600. Оперативка пиздец решает. Докупишь, пишут. Ебать на 15 тысяч. Понял? Да, и там процессор тот же. Тут i7-12700KF, а там... Да, брат. Вообще похуй, брат, какие мониторы. 240 Гц и все, главное. Нет, 240 Гц. Тут есть. Бро, you have got 240 Гц мониторы. Yes. You have? Yes. Amazing, bro. I love you. You guys, you are best workers there. And you too, best. All workers there are best. I love you, guys. А? Размер чего? Трусов? А, монитора? I need 27 this. 27. Yes, it's how what's этот cold? Как how cold? 27. 27 full HD. А, inch. Inches. Yes. А, окей, 27 inch. Это 144 Гц. Окей, where is вот 240 Гц. Вот. I'm a size. You have only this brand? No, we have plenty of other brands. Do you have Alienware? Alienware, yes, we have. Inch. Блин. We need 27 inch and 240 Гц, you know. 360, 240. Вот это, блин, ну это мой. Вот у меня дома такой. Ну, брат, бери такой, ебать. Ну это охуенно, блядь. Я пошел нахуй за эти деньги, блядь. Ебать, это что вообще за телевизор, блядь? Это 100 тысяч моник стоит. Да. Не, он идет нахуй за 100 тысяч. У меня, я его брал за 50, блядь, в Москве. This one I like so much. Вот это очень хороший, 25 Гц, Full HD. А в чем отличие, я не понимаю? Пока неизвестно. Дюймов, 25 дюймов. 2K, 2K монитор. А, 4K, да? 4K монитор, брат. Это 4K? Это 2K. Это 2, брат. It's a 2K, бро. Yes. Ну, это хороший моник. Он у Шрауда стоит, у Рекриента. Мне Рекриент посоветовал. Окей. Asus monitors? Окей. Okay. Look it. This one from Samsung. 27 curve? No, I you know what I don't like? He's a круглый. You know? Блять, не знаю еще английского, но, конечно, момент очень сложно, но я подтягиваюсь, блядь. Я работаю. Оп, is this one? 23-1499. Oh, okay. 240 Hz. Okay, amazing. I biscuit. I believe it's good. This one are 2K but 165, but Yeah. I think that's the best one, 240. Ебать, плаво, прикольно. Okay, so I... here only one option, 1500. Вот this это? Actual one. 240 Hz. Ну вот это есть. Какая-то хуйня, нет? Не, хороший моник, брат. Нормальный моник, я беру такой, мне похуй. Реально? Ну, бля, мне главное, чтобы герцы были и все. I'm professional gaming. 240, брат. Бро, we need to dream, ой, no dream, think one minute about buying. Так, короче, быстренько обсудим. Смотрите. Не нужно... Только, блядь, сейчас не рофлите нахуй надо мной. Это важная покупка, пиздец, блядь, потому что... Ну, важная, короче, покупка. Смотрите, объясняю. Разница 2000 дирхам. В этом компьютере больше оперативы и новее видюха. 3070 Ti, там просто 3060. Вероятнее всего, он реально получше. Ну, он мощнее, это 100%. У него мощнее видюха, но она нам не нужна, блядь. Здесь... Hi, brother. Fine, how are you? This one, it's... А, блядь, точнее, этот. Тот же самый процессор, другая оперативка DDR5. Но здесь 3060, просто 3060. И разница 2000 дирхам. Можете прямо сейчас перевести, сколько это 2000 дирхам в рублях? Жесткий диск больше. А сколько у нас разница в Москве в цене между 3060 на 12 гигабайт и между 3070 Ti на 8 гигабайт? Просто как будто есть такое ощущение, что нужно просто доплатить и все. И все, и не ебать мозги. Есть такое ощущение. $20-30 тысяч. Реально, 20-30 тысяч всего лишь? У нас же карты в Москве стоят по миллиарду, блядь.
все-таки the gaming for the streaming, you know, which computer you will be buy? This one for 9,000 dirhams or those one for 11,000 dirhams with 30 hundred. Блин, ёб твою нахуй, запутался. Graphics card very important. This graphic cards, этот, блядь. 3070 Ti. 11,000 dirham, you will get a 3070 Ti. It's close to 3080. Okay, bye. Okay, okay. I want to buy this one. Yeah, that's okay. Thank you. Guys, I love you. Congratulations for me. Congratulations, everybody. Sir. Yes, and monitor, you. Which monitor do you like? Which monitor I do like? Show me, please, this again. This is 25-inch, but we can show you this one. No, you don't like curve, no? Curve, it's what? Because like this. Карбюратор, типа? It's this little type of... Little curve. Very little. Very little. 27-inch, 240 hertz. Oh, my God. Bye. 1899. Ну, тут really little. But it's like a gaming monitor, right? Yeah. Окей. Ну, бля, вроде не так сильно изогнут. Not same. В целом-то. Что такое лось? Это типа лось гейминг? Лось гейминг. Лось гейминг — это нормальная фирма, пацаны? Дайте мне знать. Лось гейминг за 1899. Так, 1899. It's 27-inch, right? This one? No, this one is actually 24. 24. So 27 will be slightly bigger. Бля, ну лося я не хочу брать, если честно. Какое-то стрёмное название, даже никогда не слышал такого. This one. Because this one is 25 and also full HD. And this two full HD, right? Same, full HD. Full HD too. But there is another one, 2K. 1440. Show please. 8 ба? 165 hertz. But he have got less refresh. But higher resolution. 2K. I like not resolution, I like refresh, you know. I'm professional gaming in Counter-Strike. Wait a minute, please. Нихуя себе, блядь, тварь. К руке присосался, как у железного человека, ебать. Его тяжелее, кстати. Ну, это прикольный. Я то, думаю, что, может... То, что его крепить можно, понял, к чему угодно. Да, я вот подумал, может, такой себе взять. Хайповая хуйня. Ладно, я закупаюсь, брат. Или какая-то устрица ебучая. Ну, как осьминог, если честно. Понял, страшно, что он тебе так в лицо прыгнет. Ты все белый берешь? Да. Ну, мощнее я его возьму. Катя заберет потом все. Ты белый берешь? Да, вон тот, за 11 тысяч дирхам. Скажи, что ты берешь? Вон тот компьютер. А моник берешь? Да. Лау? Да. Коку. Да, слышишь? Я думаю, что мне уже сегодня это, не валик стрим. Почему так думаешь? Поздно уже будет, брат. А сколько же времени? Напишите, пожалуйста, по Москве. Я такой бы, но надо не взял. Мне кажется, ты себе потом оставишь. Свою руку. Я себе оставлю, у меня 39. Да, ты так уже делал. Нет, поцелуй руку, Эль. Ты что сделал? Слав, мочи руки грязные. Давай я поцелую твою, чтобы ты поняла, что. Ты не поцеловал. Я знаю, бля. Тут твою бармалду ждут. Ну поздно же уже будет. Они уж спать все захотят. Смотри, брат, езжай прямо сейчас, если ты сейчас ничего не будешь покупать. Я думал моник взять. Ну бери быстрее моник, езжай, я тебе рейд дам. Так не, брат, ну я ж тебя подождусь. Мне, блядь, это... 40 тысяч онлайна, дядь. Это что такое? Если мы клаву будем брать... Выходной, слышь, брат, пишут. Они хотят бурмалду твою грязную. Моя бурмалду, блядь? У тебя это чистая, блядь, они хотят грязную. Ладно, я сегодня помыл. Не поздно, брат. Да я тоже помыл. Я хотел этот райпод взять, но это какая-то залупка, нет? Тот пиздач, который осьминог. Ну вот он. Осьминог балдежный. Правда, длинный чуть-чуть, да. Ладно, все, короче, я затариваюсь. Малыш, а ты взяла бабки? Слушайте, на ушко скажу. Давай, скажи на ушко. Хочешь сосать меня? Розовую клаву взять? Давай возьмем розовую клаву. А ты видишь ее? Нет, ну вот белая. А, так тут ее нет, малыш. Давай сейчас подумаем вначале с компом, я быстро разберусь, прям 2 секунды. Что? Я выбрал, но мне надо попросить чуваков, чтобы они пронесли его. So you like this one? I'm like, you know, wait, I need to ask my followers. Because this one is IPS. This one IPS. Yeah. We can see that the brightness actually is more better here.
It more brightness. This one. Yes. Брат, смотри. I want brightness. Вот этот стоит 100 тысяч, я так понимаю. А этот стоит 70. 30 тысяч разница. Но этот больше в два раза. Нет? Брат, не может быть. Или может. Ну как? Давай посчитаем. Пишут лось, братья, мозги не ебать. Че? Пишут, братья, лося и мозги не ебать. Смотри. 2000 дирхам это... 2000 дирхам это 72 тысячи, да. 3699 это 133 тысячи, 140 почти. Да, мне вот все пацаны пишут, все, Бурмалду ждем, Бурмалду ждем. Да, конечно, Бурмалду ждем. Бери быстрее монитор и езжай домой, блин. Как только запущу, я сразу рейд дам и приеду к тебе и зайду на стрим. Не нашел? Только мне нужна будет ваша помощь, пацаны, что вы не помогли комнату защитить. Все, пойдем быстрее, а я буду брать. Бро, this one is more brightness than this. Yeah, this one is better because that one is an IPS panel. Well, that one is only TN. Ah, it's so, TN? Yeah. So I don't like dimmer. TN, bro. IPS, amazing. Yeah. Wait, and what about Asus? Asus? Right Asus? Now, the one that we have for Asus, it's only 25 inch. 23.5. It's 23.5. This one amazing, I like it. Bro, can I take this one right now? This one white computer. This one? Yes, and this computer for 11,000 dirhams. Sure, sure. Yes, so and I need to buy a keyboard next. When I can show keyboards? Oh, when, blade? Where? Oh, wait. Bro. What is that brand, K-Kron? K-Kron, yeah, it's also famous. This one is designed for like, those layout of the Mac or Apple, it's the same. I have got pink keyboards. Так это же, Слав, для Mac, что сказали. А, это для Mac? Нет, для Mac. It's for Mac? Yeah, you can use that one for Mac. А, блядь, я думал, Mac. Only for Mac. Yeah, the layout is Mac. Yeah. Have you got a pink color keyboard? Pink color. Have the stock. Uh-huh, okay. I love pink. Ну раз уж у нас уши розовые. И комп белый, да? Да, да, да. Ну вот, все нужно. Ну я честно тебе скажу, я никогда не загонялся по поводу того, как по цветам будет сочетаться компьютер. Ну раз это твой компьютер. Ну, чтобы было в камере красиво, разве нет? О, розовый, смотри. Блин, здоровый, как шлюха. Have you got without this case? 18%. You mean 10 key, yes? Shorter, yes. 18% we don't have, sir. It's not available. We have available only for us the full size. So, only full size. Белая марка, мне кажется, ребят. Малыш, мне кажется, ну, у нас не так много мест на столе, нам пиздец будут эти кнопки мешать боковые. Да. Yes, we need like this, bro. 18% skateboard. Yeah. Unfortunately, in this color. In this, without numpads. The color actually is only white. We have white. Okay. White, okay. Amazing. Слышал, что мне сказали? Hi kids, мне сказали. Hi kids? Yeah, они меня тоже знают. They know that I'm a bastard. Потому что ты показал им. Да, да. Ну вот, а мне так знали. Well. Вот, смотри, это вообще шикарное. Это хорошее, маленькое, там у нас не так много места на столе, я думаю, это наш вариант. Надо понять про русский, если тут, хотя при спектре... Have you got English books, как, блядь, как... Нет, тут есть English, Russian. English letters. Нет, no Russian letters. А, вообще? Нет, нам не нужны его. Почему-то не нужны. Я тогда двинул домой. Давай, все, мы тебя ждем, мы эту Бурмалду нахуй ожидаем. Так а что, я тебя жду. Вот ты как домой приедешь, поднимешься ко мне, и я так включу. А зачем тогда двигаешь? А, чтобы настроить? Да. Все, давай. Отсосал, блядь. Да. Я уже закупаюсь. Я это, знаешь, что подумал? Я, может, твой моник поиспользую. Как? Ну, ты приедешь с ним, я его подключу сразу. К компьютеру? Да. Давай. А ты сейчас его решил не брать? Что? Ты решил не брать? Ну, я завтра возьму. Окей, бразер. Блядь, сейчас как-то все попухать. Хорошо, родничок. Вау, so beautiful. Только по нажатию почекай. Ну-ка. Have you got red switches? Yes, without clicking, you know. Without the noise. Soft, yes, without the noise. Keep a good noise, good sound. Try this one, because the Razer have a different. Yeah, I know, different names of the switches. Yeah. Yeah. Silent, no, again clicking. I don't want clicking. With this, that one. Yeah, no. Yeah. Yeah, we need silent switches and white keyboards. And white keyboards. This one.
The one that is purple, so it's clicking. Purple is clicking. Yes. Have you got maybe not Razer? All brands? No, I think I like every brands. В футболке PUBG, бля, сильно. А? Сколько хочешь еще? Что? Сколько веселиться еще хочешь? Уже все, брат, я уже выезжаю, я прям по-бырому сейчас закупаю. Мне нужна помощь, чтобы вы мне помогли. Окей, okay, TKL, but they have... It's a brown silent brown, switch. Yes, I know, but they, this case too sick. Или sin, sin. Yeah, I need this a... one is sin. Yeah, yeah, sin. Yeah. А как вы поедете домой? На гельке. Сейчас забирают его. А, реально? Или вы успеете доехать до нас? Он сказал, через 40 минут будет. Скажи, скинь ему адрес наш. Пусть оттуда забирает. Пусть забирает оттуда. Нам надо быстрее, малыш. Да, окей, брат. Давай, Костя, скоро будет. Просто не хочется тратиться пустую. Да, да. So this is a silent switch. It's a silent switch, right? It's our variant. Yes, yeah. let's buy this one. It's pretty good, так, наушники у вас есть? Ковер у вас есть? Да, ковер есть. Ты покупал ковер, Илья? Я покупала черный. Окей, да, точно. Ну какая разница? Окей, окей. So let's go, let's pay. Ковер-то у нас много. Ковров. А монитор взял? Монитор взял. Мышка есть, мышка есть. Так, все, пока вообще шопинг заебись идет. Все купили, вообще охуенно. Ну и чего ты хочешь? Куда идти? А я не знаю, где теперь, куда идти, чтобы оплатить. Мышка тоже у нас есть. Тоже мышка купили. У нас тоже вообще разъемная. Сколько он уже в Дубае? 5 дней. Чатик. Пятый день. И вот только мы сейчас добрались до того, чтобы приняли решение купить компьютер. Потому что я не могу стримить на ноутбуках, честно, это очень неудобно. Микрофон есть, ребят. Микрофон тоже есть. Мы купили тоже себе Rode TNT. Дубай. I don't know where is касса. Вон касса. А, кэш бокс. Как по-английски касса? Кэш. Кэшер. In the monitor. Okay. And then you will take it with you right now as well, right? Yeah, I will take it right now. Yes. Okay. So we will prepare the monitor and the PC. Yes. We will. You can pay now, or you, if you want, you can you wait for 5 minutes? We will bring the monitor here now. Okay. Okay. We will. Just hold it. Кстати, пишите, нет F1 этот раскладчик. Похуй. Это мне, я знаю, как я пользуюсь. Я всегда такими кабелями пользуюсь. Маленький, удобный, да? It's a Kiwi, right? Что-то нихуя не понял, что такое Kiwi, блядь, очередь вроде. Он звучит так, как будто это просто буква Kiwi, блядь. А? Нам рассказать, дайте. Камеры и кондили хотели, да? Да, все есть. Знаешь, что я думал? Муравью хуй пойдет. Ебать, хайповый онлайн, слышишь? Пиздец, летим врезал. Разогнались? 40 тысяч и без катаны. У меня спина болит, Слав. В натуре? Да, походу... можно чуть-чуть отложать. Походу мы где-то здесь оставляем, нам не нужны с больными спинами. Скидочку, скидочку. Ты знаешь перевод этого магазина? Ну-ка, подожди. Перевод названия магазина. Да нет, Слав, ну хоть ты дрочить контент. Просто... Какой дрочить контент? Я тебе хочу массажинг. Давай, делай. Я думаю, сильнее. И все. Больно. Пошло дело? Да. Сойду. Там интернет лагает, Сань. Это синие свечи, брат? Реально? Ребят, может такую клаву взять на синих свечах? Вроде не щелкает вообще. Блин, ну жесткая покупка на самом деле. Мне надо вообще хотя бы свои финансы так чуть-чуть оценить. Хватает? А? Хватает? Я думаю, да. Сколько там получилось? 11 тысяч компьютер. Вот он, кстати. А, это монитор. Это монитор. Раз, два, три. А сколько там получается? 11 тысяч плюс 2 тысячи, 12 тысяч. И плюс клава там 500 где-то, да? Еще клава 2 тысячи. Еще клава 20 тысяч. Самая редкая клава вообще в мире. 3 тысячи, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
14к говорю. Блин. Малыш. У меня есть кэш. Не, сейчас. Малыш, дай деньги. Бля, вы быстрее нас нахуй оплатите. Да. Ты уже оплачиваешь? Да. Сколько вышло? 14, по-моему. 14 тысяч? Дай деньги. Лил маме. Катя, дай деньги. Ты взял большой в итоге или маленький? 21. Сколько надо? 4 тысячи. Блять, подожди. На яхту зовут. Мои... Сколько? 14 тысяч? А сколько день вышло за комп, за всю хуйню? Это 400 тысяч рублей. 400 тысяч? Охуеть. Да. Охуеть. Охуеть. Брат, ну сейчас поднимем тебя обратно. Да, нормально. Формалду, ребят, беру грязную, блядь. Да. Ну надо, слышно, надо свой, короче, гэнг делать прямо дубайской бурмалды. Грязный. Бурмалда гэнг. Бурмал гэнг. Бурмал гэнг. Бурмал гэнг. Бурмал гэнг. Смотри, какую штуку беру. Больше никогда ERL. USB-C, NALAN. Это что за дырка? HDMI. И два USB. Не, не знаю, мне пиздец заходит. Понял я ERL в Дубае. Не, а прикинь, вообще не стримить ничего, кроме Казика. Кайф. У тебя был месяц такой. Реально был? Да, потому что, чтобы типа время не тратить, я у себя Казика, у пацанов ERL делаю. Не, ну так тоже можно, хули. Мы же Бурмалда гэнг. Бурмалда гэнг, Бурмалда гэнг. Ну и потом, Бурмалда? И потом вот такой. Бурмалда гэнг. Что? Гэнг. Что? Гэнг. Что значит? Гэнг. Потом вот в эту книжку. Бэмс. Да, я уже здесь был, в эту книжку. На каком? На первом. В номинации 30 из 30. Ой, 30 до 30. Сантиметров или что? Ну да, типа 30 сантиметров члена. Ага, вот заебись. Завтра у меня ERL-чик, и как раз в этот момент... Мою бурмалду ебать нам. У меня комп. Да. Каждый день по компу будем. Просто, бля. А потом Сане комп берем, потом Косте, бля. Ура, и свой компьютерный клуб открываем. А вы будете у нас в компьютерный клуб ездить? Там только слоты на компах можно включать. Типа, понял, сколько вы берете на час? Типа, понял, сразу депозит за это, в эту сумму входит часа. Слышь, вопрос. Я просто понял, хочу в компьютерный магаз заехать. А это какой? В котором мы не доехали. А. Типа не в видео, а типа специально. Бля, ебать, я тильзанулись, мы завтра примем, там все в два раза дешевле. Сдашь нахуй его. Нельзя. Мне сказали, что есть какой-то рынок. Нельзя сдать? Сдать ничего нельзя, потому что у тебя паспорта нет. Как ты будешь сдавать без паспорта? По чеку. По чеку тебя нахуй пошли. Да, да нет. Да и без чека, я думаю. Здесь как умею тема, что легко все возвращать. Да, это стул. Мы вчера просто покупали шмотки все, я даже шорты не могу вернуть, я же хотел шорты вернуть. Что ты взял, что не можешь вернуть? Нам чел сказал на кассе. Мне кажется, технику можно вернуть. Не знаю. Наебнешь видюху просто в первый день. Скидку. Да реально сгоришь, если... Давай скидку попробуем. Если я завтра приеду, и там будет все дешевле, то ты тильтанешь? Она мне такая на кассе говорит, 14 тысяч, такой, нет, 10 тысяч. А она такая говорит, нет, 13, я говорю, нет, 17. Дил. Хватает денег? Считаем. 500. 2000. 3000. Бля, есть касса свободная? А 4, вон свободная? 4, 5, 6, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я на минус было 15. Что, блядь, 16? 17? 18? Уже 18 тысяч, что? Окей, бро, давай, окей. Смотри, идеальная хуйня. Это ванус? Да, два наушника вставлять. А, только, да. Только такого выхода уже нет в телефонах, к сожалению. Для компа. Кстати, тебя зовут. Славик. Клаву забыл. Мэнчик. Can I pay for that shit? It's full cheap, bro. Закиньте в один чек, да и все. Можем Вадим закинуть, забирайся. А Вадим? Можем в один чек закинуть. Вадим чек. Что? Калькулятор. Ебать. Чтобы считать деньги, сколько он в Дубае зарабатывает. Я, кстати, знаешь, сколько в Дубае заработал? Дайте поебусь, 0 рублей. Тут донатил хотя бы мне разочек. Я, мне кажется, 1500. Заработал? Надо донаты вывести. Русские в Дубае стоят. Слышь? Донаты надо на ERL поставить. Я не имею. Это... Мне, кстати, это мне, кстати, веселее. Один. А, я только один раз тоже заработал. Нет, знаешь, как можно делать? Можно колонку вешать, блядь, чтобы они озвучивались. Надо. Понял, какая маленькая? Охуеешь. Тут, лучше тут, мне кажется, не угорать с такой темой. Да, 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 вот лучше, мне кажется, не угорать. Да ладно, угарно. И что-то на кассе. Снимаюсь на передача третья. Маск. Я как будто приболел чуть-чуть. Вон, Кать. Ему скидку сделали, по-моему. Реально? Что, тебе скидку сделали? You made discount? No? No discount? This is it, these are the best we get.
But can he turn it back? There's a 1 year warranty. Huh? There's 1 year warranty. So you can. And if there's any problem, it will help you as much as you can. Yeah, but if he don't like something, he can return or not? We hope that we will check everything. Everything is running. This screen as well, we will plug it on so that to make sure there are no scratches or no dead pixels. Mm-hmm. Походу. Что? Пока один залег, 16 человек. Просто телефон взял и у себя выйду. Они не поймут, что это я. Ай, блядь, по руке нахуячился. О, шиш. О, шиш. Ошиш. Да что ж ты, блядь, переключись? Что-то вот, знаете, изобразить хочется тут. Как вот картину, может быть. Ууу, шиш. Это кто тут у нас такой? Это кто такой у нас тут стоит? Шиш. А? Не знаю. Я огнетушитель хотел нажать. Ты что, долбоёб? А, так там интернет не работает, брат. Не работает. И что, я это для кого всё снимал? Я не знаю. Я концерт снял сначала на пианино, потом очки. Не-не, там в том... Они, походу, ничего не видели, да, из этого? Да, в том углу ничего не работает просто. Мы вчера уже поняли. Не расстраивайся. Нахуя мне снимаю? Против всех правил. Бля, погнали уже бормалдить, блядь. Да-да-да, всё. Славик против всех правил, просто взял собранный комп в этом. О, ебать, смотри. Карточки. Бля, я последний раз покупал собранный комп в... О, кстати. Это анимешная тема. Какая-то анимешная тема. О, блядь. Excuse me, how much this one? Pokemons. 13? 13, 1. Okay, 13. Сколько? 30. Это одна штучка. Okay, 13 is 1. 900 рублей. 900 рублей одна штучка. Ах, она нужна. Бери все. Бери штучку. Да, малыш. Спина болит? Ну все, еще домой. 300? Я дал 500. Сам тебя заскамил. Соточка твоя. Заскамлен, родничок. Ты уже меня что-то только что на сотку заскамил. Правильно, правильно, так и надо. Пошли, он хочет проверить монитор. А, you wanna try monitor? Нет, this way. Не знаю. Вон там был. А, окей. А что встать теперь? Нам ехать 15 минут. Я не знаю, будет ли интернет лагать здесь или нет. А? Не, лучше вот это возьми. Слава, у меня спина болит. Давай тогда ничего не возьми. Пакет с запреткой? Атака Титана. It's a book? Yeah. А, это книга, блядь, я забыл. Русский язык, нахуй. Погнали, ладно. Короче, мы поехали вперед, друзья, тоже. А что там? А я не понимаю, что нам должны сделать, типа... А, набитые пиксели, типа? Да-да. А где вообще компьютер-то? Меня что, заскамили? Он просто... Бля, кресло ебануто, да? Розовый очень хороший. Нет?
Да, охуенно. Сколько стоит, интересно? Не, а, это DX Racer, блядь. Ты думаешь, оно неудобно? Мне кажется, оно удобно. А, вот это ебать твердая хуйня. Да, это твердая, и это, блядь, какая-то сетка. А это сетка, блядь, на трусах, нахуй. Чтобы муравьев ловить, ебать. А это что за хуйтень вообще? Что это за хуйня? Это санки, блядь, для бобслея, нахуй. Киберспортивного, ёхты. Смотри, и тут игровые автоматы продаются, блядь. Брат, он сейчас проверять будет, Моня. How long its time takes? 5 minutes. 5 minutes. Что, проверить? Ну, давай. It's for you, actually, if you want to. But, And if I check it at home, is it okay? We can this is my computer? Yes, sir. And this is motherboard inside no. PC? No. Ah. The Wi-Fi stick. And the power cables. Is computer ready to plug? Yeah. Ah, okay. Бля, я думал, мне на холодильник дали, блядь. Можно часам разложить это? Сейчас собирать его, блядь. Let's... Yes, yes, let's fast check. Motherboard, ебать. А! Какую, брат? Держи, рыбачок. Все, давайте быстрее, брат. Я не знаю, как мы сейчас компьютер на чем поведем. На тачке вашей, нет? А, точно. Я просто думаю, он ее еще отдает. Давайте, мы ждем вас. Да, окей, окей. Друзья, ты как сказал, Motherboard это же в Sims этот. Motherboard? Ну, Motherboard это материнская плата. Материнская плата. Lord. Motherboard. Tesla Plate. Нет, Plate типа платье. Обзор на Саню пара девичек. You like my motherboard? Что ты сказал про my mother? Завтра, короче, ребята, вечером, часов 9-8, буду стримить Бурмалду грязную. Вы приедете ко мне на первый стрим по Бурмалде отпраздновать? Вы что там делаете? А вы режим тоже обосрали весь? Да? Жестко? Ну, я в 3 проснулся. Бля, я первые 3 дня... У нас настолько идеальный режим был. Мы такие, типа, let's go, мы, блядь, замотивированы, там, туда-сюда, нахуй. Да, сейчас, блядь, пиздец. Надо смотреть. А, окей, I'm watching. Да. Ну я думала, что это, может быть, это не, что-то не то. А чеки, вас интересно? Ой. У нас в России не так проверяют, у нас включают розетку. Здесь просто показали его, блядь, я сам мог достать. А включить? Все. Может, просим? Ладно, сами проверим. Может, сказать ему, типа, ну мы не включали его, если что, типа... Он, а у нас все запечатлено, если что, на фотке. Ой, на видосе. Да. В этом весь прикол стриминга. Все, типа, задокументировано. А может... Ты договорился, чтобы с дома забрали машину? Сейчас договоримся. Давай, брат. А может, просто подержать камеру, он мне спину помнет прям чуть-чуть. Вот просто... Ну прям правда очень болит слово. Все. Сломал ей просто ключицу. Ну ты размял хорошо. Мы все надо проработать себя грязно. Если ты хочешь конкретно прям чил такой, знаешь, чтобы. Чик-чик-чик. Обратно. Сейчас скотч. Заводское сделать, скажем. Бля, ебать, даже не верю, что будет компьютер просто в комнате стоять. Это пиздец сильно. У нас там стол маленький, Слав. Да у меня и хуй маленький, ничего, справляемся. На полу поставить. Можешь лёжа стримить? На полу. Не-не, всё поместится, не волнуйся. Ну, комнат. Тем более у тебя... Там вот такой стол. Реально? Да. Толщиной? Ну, такой, да. И у тебя только Моник. Да, Моник, поставите все, и клаву. Или по длине поставь. Клава маленькая. Стол разогни по длине. Туда Моник. Может так сделать. Тут же есть, тут же есть. Смена обстановки. Что-то новое пробуешь, да-да-да. Сейчас тем более... Есть вариант тебе пососать? Я просто еще не пробовал тебя. Хочется попробовать новый. Интересно, так совсем новый. Раз все новое решил, да? Да-да-да. Понял. Ну, подумаем. Купи мышь. А, купили мышку. Мышка есть. Мышка есть. Да. Можем вечером съездить на массаж, с дрочкой. Ну, я обычный, я с дрочкой.
Я на своей езде. Ей будет делать массаж, а она тебе дрочить, правильно? Да. Может, она наоборот, Слав? Может, тогда прям здесь пригубишь? Should we go call somebody to help you bring it to your car? Oh, thank you. Amazing, amazing. Yes, it will be amazing. Помогут, чтобы нам занесли в этот... До дома. И установили. Ты понял? Идешь куда-то, да, вот, уже здесь машина, и до дома хуяешь пешком. Алис, давай, ничего сказать не могу. Там велик? Да, сумка вот. Как будто в нем компьютер, блядь, установлен. Почему такой огромный? Вот там дальше. Прикричи, кто-то подбежит и заберет наш компьютер. Ебать, толстая тварь, а почему такая рама огромная? Это электрический велик? Да, я посмотри, а что у него с цепью, блядь? Вон, нам не понять, какие новые технологии. Они Mac купили? Не, ни в коем случае, ребят. Я не люблю Mac'и вообще. То, как EFC. Ладно, шутка, нет. Просто мне не нравятся Mac'и. Я люблю нормальные игровые компьютеры пацанские. Сколько ПК стоило? 11 тысяч дирхам. Сколько это в рублях, я хуй знаю. Непонятно, сколько велик стоит. Сколько стоил еще раз? 11 тысяч дирхам компьютер. 400 тысяч рублей, дядь. Тетя, точнее. Все, что у нас, да, было? Да хуй его знает. Я сегодня поменял все свои деньги в наличку. Считайте, за сколько они кончатся. У меня за два дня кончились. Не, все деньги. А, все прям? Не, ну если компьютеры не покупать, в принципе, все нормально. Нам сейчас хату снимать, которая пол бюджета сожрет. Может быть, я здесь поставили, стримил бы тут и все. Каждый день, все, приходите стримить, ебать, онлайн был бы жесткий. Порт DP кабель. Not HDMI. HDMI. Only 120 Hz. DisplayPort. In this computer you have DisplayPort and HDMI inside. Cable. Okay. Use the DisplayPort cable. Not okay. The HDMI. In a computer you have HDMI. Yeah. No. HDMI 1 and 3 DisplayPort. Amazing, bro. Amazing. Amazing. You are happy. Thank you. Sorry, good job, sir. Good job. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Goodbye. I come to you. Okay. Later, bye-bye. Я сейчас, короче, дал руку чуваку. Вот, и он, короче, я вначале ему дал вот так, типа, знаешь, ну вот так. Дай секунду покажу. Вот так. А потом он, типа, я хотел убрать руку, а он еще хотел потом вот так пожать. И по итогу получилось, что он мне вот так палец сжал. Блять. А что там зима, нахуй? Кем мы бы сейчас вернулись? Ебать, снег высыпал, блядь. А, where's the parking? Really, да? Бля, какая-то странная хуйня, Катя, говорят, не подключать монитор через HDMI. Что будет, типа, что-то хуёвое? Какое тайное послание? Нереально, вышли в жару. А нам лифт нужен? Не знаю, я походу, не сказал, да. Вот сюда. А Суля уже уехал. Давай я тогда пойду к машине туда, на валет паркинг. Так мы туда идем. Valet parking, right? Yeah, we go to elevator. Yeah, the elevator. Пойдем тогда, я вниз пойду, чтобы интернет не падал. Давай.